Наш сосед объездил весь Союз. Что-то ищет, а чего не видно. Я в дела чужие не суюсь. Но мне честно больно и обидно. Ну, это Владимир Семенович Высоцкий. Вот и я открыл окно и, вернее, подошел к окну. Смотрю, тут какие-то мужик какой-то с советским аппаратом ищет непонятно что. Еще и возле нашего дома. Наш дом еще строили немцы. Я очень удивился, что это какой-то непонятный, какой-то аппарат у него советский. И что они, что-то бомбу ищут, может, золото. Я вообще как в дурдоме в каком-то. Что он ищет? Кошмар. Я уже окно открыл, думаю, ну, стало настолько удивительно. Это все. Еще вдвоем. Ну ладно, там какая-то машина приехала. Может, какая-то авария, то какой-то тип ходит. Надо. Какой-то артефакт, наверное, ищет. Какой-то. Ну, может, что можно искать? Что-то закопали. Где? У нас возле дома. Велосипед не изложил. Ну. Что же он? Что он ищет? Сокровище, дайте я открою. Ну-ка. Что-то непонятное какое-то. Ходит туда-сюда. А что это за трой тип вместе с ним? Это... Вот что можно искать? Видимо, наклад. А может, артефакт. Может, он ищет... А, я догадался. Наверное, там закопано. Восьмая часть Игры Престолов, которой еще нет, но, наверное, там закопано. Наверное, Мартин там закопал, вот он и ищет. Он, наверное, будет первый, кто посмотрит. Я даже не знал, что у нас к нам в Сумы приехал. Приезжал, вернее, Джон Мартин закопал там артефакт. Восьмую главу. Не, ну, ладно. Ну, вообще интересно, но тот что-то ему тыкает, показывает. И вот это вот, наверное... Я не знаю, сколько... Извините. Что они среди бела дня... Что-то они искали. Что там? Вот это вот прошел час. Все ищут. И это... Что-то советуется. Наверное, искали какой-то засекреченный материал. X-Files. Туда-сюда. Но час прошел, уже ищут. Людей удивляют. Так. Ну вот, прошло полтора часа. Опять ищут. Уже второй взялся искать. Вообще какой-то... Что-то ж ищут. Это там ходит туда-сюда. Ну так вообще не как будто... Как-то, знаете, человек психически болен. Не, ну я извиняюсь. Он вполне нормальный человек. Я надеюсь, только что можно искать. Я понятия не имею. Ужас какой-то. У нас возле дома как не одно, так другое. Как не вырнешь, что негры землю пашут, тут что-то ищут, попёр. Ой, какой ужас. Кошмар какой-то полный. Ой.